Приветствую вас. Для начала я не очень понял вот эту вот ситуацию в целом. То есть вы говорите о том, что вы любили, вот, изворачивались наизнанку, вот, все мимо. Что значит мимо? Это значит мимо, вот, ну, конкретно. То есть человек вам что, взаимностью не отвечал или что? Как это мимо, в общем? Вот, это первое. Первый такой вот момент, на который хочется обратить ваше внимание. Второй момент. Значит, вы говорите, что забыли бы и успокоились. Опять же. Здесь не совсем понятно, что значит забыли бы и успокоились. То есть, ну, что вы имеете в виду? Вот. То есть, вы имеете в виду, что вы к человеку уже равнодушны, или вы имеете в виду, что вам, ну, в определенный момент на человека стало плевать, или что? О чем вы просто говорите здесь конкретно? Я не очень понимаю здесь. Вот. Далее вы говорите о том, что, значит, он, то есть, ну вот, человек этот говорит, что вы ему нужны, просто он не может выражать там свои, значит, чувства, вот, он не может выражать свои какие-то переживания, да, и так далее. Опять же, я здесь не совсем понимаю, к чему вы это. То есть, как бы, ну, человек может действительно не умеет выражать свои чувства. Может быть, действительно, не умеет он этого делать. Может быть, он это делает, может быть, он умеет это делать, но не хочет, манипулировал вам. Вот. Такой момент тоже может быть. Вот. Поэтому я хочу сначала уточнить, чтобы вы уточнили. Вот, к чему вы это вот, ну, как бы, говорите, да, к чему. То есть, чего вы хотите. Вот. Мне кажется, что ориентироваться вам нужно, если ориентироваться, то ориентироваться вам нужно, ну, в первую очередь, наверное, на себя. Да? Вот. То есть, иными словами, если вам ну, некомфортно, да, к примеру, вот, то человеку нужно, наверное, об этом так и говорить. Вот. Если вам что-то не нравится, то человеку нужно, вероятно, об этом так и говорить. Вот. А то ведь получается такая не очень хорошая история, когда человек думает одно, вы думаете другое, и в итоге все думают что-то свое, и в итоге никто не удовлетворен, все раздражены, и всем как бы плохо, да, вот. Поэтому мне кажется, что то, о чем вы говорите, вот, в первую очередь, это, ну, наверное, больше про невнимательность к себе. Вот. Как мне кажется, невнимательность к своим чувствам, невнимательность к своим
переживанием, вот, невнимательно к тому, что вам, в принципе, хочется или хотелось бы, вот, мне кажется, что это мне кажется, что это больше про это, вот. Хотя, понятное дело, что наверняка, знать я не могу, и, может быть, всей ситуации я, конечно, и не знаю, вот, но выглядит пока что это вот таким образом. Вот. Это то, что я могу вам пока что сказать с точки зрения психологии. Вот. Дальше. Мне кажется, что вам нужно ориентироваться на свои чувства здесь, вот. Чтобы не было такого, что вы вот как-то себя, ну не знаю, предаете что ли, да, чтобы не было такого, что вы как-то себя обесцениваете там в глазах этого человека или для себя самой, что вы себя обесцениваете. Вот, чтобы вы как-то вот не чувствовали себя, ну, знаете, ущемленным, я бы так сказал, вот. То есть, если вам не хочется страдать, вот, то имеет смысл обозначить четкие личные границы, вот. Имеет смысл быть внимательным к себе, ставить на первое место себя, свои чувства. И во всех отношениях давать человеку возможность прочувствовать, что можно с вами, к примеру, а чего с вами, к примеру, нельзя. Вот. Как можно с вами, а как с вами нельзя. Важно, конечно, обращать внимание на возможности человека. То есть, если человек не способен дать вам что-то, если человек не способен, например, ответить любовью, не способен ответить вам взаимностью, к примеру, то требовать от него таких вещей, наверное, особого смысла нет. Вот. Поисследовать, например, свое чувство, да, вот, и постараться увидеть, а вот в моем чувстве, что действует. Ну, помимо, например, любви, вот, допустим, да, вот, что там еще есть. Вот это, мне кажется, было бы неплохо. Ну, неплохо было бы вам на это обратить свое внимание. Ну, вот. И неплохо было бы, если бы вы уделяли бы этому время, уделяли бы этому внимание, вот, уделяли бы этому, ну, свои силы, свои ресурсы, вот, мне кажется, было бы весьма неплохо, если бы так делать, вот. Другой вопрос, можете ли вы так? Привыкли ли вы так? Потому что, ну, понятное дело, что я не знаю, может быть, вы не умеете
по-другому. Вот. Поэтому, чтобы не впадать в любовную зависимость, да, а это вот тоже, к сожалению, напоминает любовную зависимость. Вот. Чтобы не впадать в любовную зависимость, да, имеет смысл больше внимания уделять своим личным границам. Вот. И, соответственно, чем больше вы будете уделять внимание этому, то есть чем больше вы будете уделять внимание себе и своему отношению к человеку. Вот. Если вы еще не будете спешить, если вы еще не будете торопиться, если вы еще не будете бежать, вот, если вы там не будете выворачиваться наизнанку, вот. Тоже, кстати, весьма интересный аспект. Вот. То есть, ну, вот. Почему вы предпочитаете выворачиваться наизнанку, например, да? То есть, всегда ли вы так выстраиваете отношения с человеком? Вот, потому что если вы всегда выстраиваете отношения с человеком таким образом, то нет ничего удивительного, что вам встречаются мужчины, вот, которые ведут себя с вами вот таким образом. Ну, то есть я имею в виду, вот, которые ведут себя с вами вот так. То есть они типа вами манипулируют. Вот, они типа не умеют выражать свои чувства. Вот, ну, честно говоря, это случается. Каждый раз, когда женщина там как-то вот ворачивается наизнанку, да? Вот. Поэтому мне кажется, что такая вот особенность ваша, вот, ну, если вы позволяете людям вести себя с вами, вот, таким образом, то такая модель поведения рано или поздно проявится, к сожалению, вот. От этого никуда не уйти. Вот. Поэтому я надеюсь, что вы сделаете выводы какие-то. Вот, очень надеюсь, что значит, поработать с личными границами, с самооценкой, со страхом. Вот, очень часто бывает такая история, что человек, когда ну, попадает вот в зависимость, да, он боится одиночества, он идеализирует, собственно, партнера, вот, если вам не хочется вот таких историй для себя, вот, то имеет смысл как-то вот к себе быть несколько повнимательнее и более, так сказать, ценностно к себе относиться. Вот, это не так сложно, но потребует в определенной степени навыков. Навыков именно вот, ну, поведенческих.
вот, которых у вас изначально может просто не быть. Вот. Ну, опять же, ничего страшного, да? Мы, психологи, вас этому научим. Вот, поэтому ваш вопрос, да, что делать, вот, по-моему, такой вопрос, да, вы спрашиваете, что делать, вот. А я бы вам, ну, ответил бы вопрос на вопрос, вот, что делать, чтобы что. Вот, то есть, чего хотите-то. А, ну, условно говоря, там, пережить расставание, да, мы можем вам помочь вам пережить расставание, например. Если мы говорим конкретно про расставание. Пережить расставание можем помочь. Вот. Значит, гармонизировать отношения с человеком. Да, тоже можем помочь и гармонизировать так, чтобы, образно говоря, ну, чтобы это были хорошие отношения, чтобы это были прям вот удовлетворительные отношения, вот. Чтобы вам нравилось. Можем это сделать тоже. Вот, вообще, что называется, не проблема. Поэтому идея здесь, как мне кажется, именно в том, что вам нужно. Какой ваш вопрос? Вот, уже вот запрос можно будет как бы плясать, вот, уже вот запроса можно будет отталкиваться. Вот. А вот так бы я мог вам ответить. Вот. Такой бы я мог дать вам ответ. Сейчас. С точки зрения психотерапии. Вот. А если вы чего-то ждете от человека, например. Ну, то есть, если вы чего-то ожидаете от человека, например. Вот. Это совсем другой момент. Вот. Если у вас есть ожидания от человека. Вот. Потому что ожидания могут не оправдываться, к сожалению. Вот. Поэтому тут вот не все так однозначно, к сожалению. Вот. Как-то вот так, я бы сказал. То есть с ожиданиями, с вашими желаниями тоже можно поработать. Вот. А если вы хотите этого, конечно же. Вот. Так вот такой ответ. А, вот. В целом, у меня есть ощущение, что вы устали. У меня есть ощущение, что вы замучились. У меня есть ощущение, что вы уже действительно чувствуете себя так вот потерянно. Вот это нормально. Вот. Что вы себя так чувствуете, вот, вероятно, на самом деле забыли уже вы про себя, вот. Но опять же, ничего страшного, вот. Мы вам в этом поможем. Мы вам в этом поможем. Вот это наша работа. Вот, поэтому на этом все, обращайтесь за помощью, не откладывайте в долгий ящик, вот, не ждите от человека, значит, каких-то изменений, вот, не стоит ожидать от человека,
перемен, скорее всего, этих перемен не будет, вот, потому что пока вы ведете себя так, как ведете, то нет никакого резона, да, и смысла у мужчины чего-то менять. Вот. Нет никакого, никакой мотивации нет, чтобы менять. Вот, имейте просто, пожалуйста, это в виду и как бы начните меняться сами, вот. Если вы, условно, действительно партнер созависимый, да, если вы действительно, вот зависимый партнер, то вам это будет нелегко, вот. К сожалению, вам это будет нелегко, вот. Но опять же, с помощью психологов, вот, вы могли бы измениться. Вот, я думаю, такой ответ можно вам дать. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго. Вот. И обращайтесь.